Папа, что будет, когда я вырасту? Я ведь вырасту? Конечно. Ты всегда будешь со мной? Да, доченька. Ты ведь единственное, что у меня есть. Работаем! Бежать, не дергаться! Чисто. Артур Камилович, а где ваша дочь? Как? Но умеют они в душу влезть, ухватить за живое. Мне нужно туда, в Сирию, в халифат. Кто это? Военный врач из России. Халифату нужны врачи. Быстрее, здесь опасно. Еще полчаса, и заражение не остановить. Готовь к операции. Нет, сначала бойцы. Children first. Дети сначала. Умрите. Собаки. За нарушение запретов можно только наказывать. Аллах справедлив. И мы искренне веруем в Аллаха. Я знаю, кто ты. Ты такой же, как я. Я приехал сюда спасти свою жену. Здравствуй, папа. И ты думаешь, что ты ее спаситель? Марьям, поедем домой. То, о чем вы просите, может стоить вам жизни. Задержите этого мужчину. Любой мир несовершенен. Но тот мир лучше, в котором больше хороших людей. Мне кажется, вы хороший человек, доктор. The film is based on a true story. Arthur, a former military doctor, leads the quiet life of a widower in a mountain village in Dagestan. Arthur learns that his only daughter Maryam has been recruited by a terrorist organization and ran away to Syria. Desperate, Arthur goes after her. The father is willing to do anything it takes to save his daughter. When do your loved ones become strong?